Так, 6 минут у нас есть. Ну ладно. Всем привет! Вы на канале Руся Рулит. Время ограничено, потому что у меня еще 2 видео. Буду говорить кратко. Сегодня я ходил... Сейчас только что не получилось трансляцию сделать, я не понял с интернетом. Позвонил в Сибирские сети. Сбой! К 20:00, к 23:00 исправим. Вот так. Это видео выйдет уже, наверное, через... 3 дня после этой трансляции. Называется «Я купил себе». Угадайте, что здесь было в этом штучке? Что здесь было? И вот я себе купил новую как бы селфи-палку. Вот такая она получше будет, да? С проводом, все как надо. Оп. И мне, как вы знаете, пришла посылочка от Любови Алексеевны. Конфеты ем, а, извините, скажу, обожрался. Такие вкусные. Ладно. Купила себе вот такой штатив. Называется он Рекам. Хочу посоветовать канал. Подарки от подарки с любовью. Вот. Там что-то у меня одни тети Любы знакомые в Ютубе. Там тетя Люба. Не знаю отчество, извините, снимает видео обо всем. Блоги, советы, интересный канал. Прошу вас подписаться на этот канал. Ссылочка будет в описании. Прям вот здесь. Подпишитесь на ее канал. Отличный канал. Спасибо за внимание. Ну и вот, штатив шикарный. Алюминиевый, легенький. Высоту 1,40 м. И еще накручивается. Вот эту можно, это даже не селфи-палка, как моноблок или как это называется. Можно, вот видите, здесь резьба накрутить. Она вообще будет высоченная. Я буду снимать рыбалку, охоту, походы в лес. Представьте, как классно, стрельбу. Установил камеру, запись включил. Мне очень нравится. Там этот есть уровень. Все, 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 все есть. И рукоять такая снимать, и регулировки всякие, и под камеру, и под телефон. Это пахнет вкусно. Вкусно. Вот пистолетик мой. Классно, да? Ладно, отберем. И вот, с днем рождения еще раз от Любови Алексеевны. Ладно, видео прям сейчас выложу. Дорогой Руслан, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и много радости. Пусть мой маленький подарочки помогут поймать очень большую рыбу. Тетя Люба. Так, вот знаете, так приятно. Вот я сколько раз уже перечитала. Очень приятно. И конфеты, смотрите, это только сейчас, пока трансляция была, сколько съел. Чай сделал себе. Надо, кстати, наливочки сделать на канале. Ну и вот, подарки с любовью. Подпишитесь на этот канал. Она мне, я увидел ее видео и купил себе штатив. Цена штатива 2400, но я купил по скидке ровно 2000. У них было до 31 января. Прожектор. Обращение к вам. Где вы купили такой прожектор? В строительном или специализированном магазине? И можете написать, пожалуйста, его цену. Электричество, как там провод, я это все сам подключу. И вот я думаю, только я не буду на штатив. Штатив не для съемки, я там уже приспособлю какую-то подставку. Очень хороший как бы DIY. Очень мне понравилось. У вас отличный канал. И мои подписчики, кто посмотрел их, это видео, подпишитесь на ее канал. На канал тети Люб. Только это не саранча. Это подарки с любовью. Подпишитесь. Очень добрый, хороший канал. Это не реклама, это просто я вам советую хорошие каналы. Вот тот человек, как вам сказать, он правда тратится на канал. Как бы тратится, старается монтировать видео качественные. Человек стремится к совершенству. Очень. Вы просто молодец. Вы, наверное, посмотрите это видео, я вам напишу. Ну и вот так. Вот такой штатив. Что здесь есть? Поворот и фиксация камеры под углом 90 градусов, да? Для портретной съемки. Возможность поворота камеры вот так, 180 градусов. Вот хоть как перемещать. Панорамная 3D головка, жидкость.
писать нормально? Вот увидишь, чему. Ой, ну знаете, как раз. Вот мне интересно, пишут, 5 лет гарантия. Где я их буду через 5 лет искать? Кстати, купил в ДНСе. Зашел в Эльдорадо, Nvidia. Там все намного дороже. И вот такую себе купил. Моноблок или как это называется, забыл. Я не моноблок. Это же я с оружия взял. Забыл. Оп. А там моя селфи-палка. Представьте, за 500 рублей купил. А захожу в этот магазин, она 99 рублей, 90 копеек. Меня обманули, до 400 рублей. Там все болтается, Китай. А это железная, хорошая палка. Как меня так обманули? Меня редко кто обманывает. Ну ладно, мои хорошие. Буду на этом потихоньку завершать. Сколько там? Ну, видео, кстати. Давайте оно само кончится. У нас есть с вами еще 12 секунд. Подарки с любовью. Подписывайтесь на этот канал. Вам большой привет, тетя Люба. Всем пока.